Брянская область в числе российских регионов-лидеров по поголовью крупного рогатого скота. В Центральном федеральном округе мы уверенно занимаем первое место. В районах области оборудовано более 600 помещений для зимовки молочного скота. Мясной скот зимует на 45 площадках в 18 районах области. Улучшены условия содержания скота в 35 сельхозпредприятиях за счет ремонтных работ, частичной полной реконструкции ферм. Заготовлены и корма, специальный зимний рацион. Реализуются программы по поддержке начинающих сельхозпроизводителей и семейных ферм. Доля малых и средних хозяйств в минувшем году увеличилась на 4%. В 2017 году производство молока в регионе превысило 290 тысяч тонн. Индикаторы, определенные Минсельхозом и правительством Брянской области на 2017 год, выполнены в полном объеме. В целом зимовка землестойловая. Период землестойловый проходит нормально. Идет прирост производства молока, увеличен надой на корову. Но есть хозяйства, почему-то минусуют корову прошлого года. С чем это связано, непонятно. По видеосвязи вопросы к Навлинскому, Выгоническому, Новозыбковскому районам. Александр Резунов призвал специалистов сельхоздепартамента выяснить причины на местах. Производство молока снижаться не должно. Что непонятно? До пятницы разобраться и доложить. Сегодня в Брянской области созданы все условия для успешной работы сельхозпроизводителей. Теперь главная задача – использовать все возможности. Елена Лыщицкая, Иван Зюрев, события Брянск.